сегодня Великий день у нас, Пасха святая пришла. Треба булки пить. И что треба в эту булку добавлять? Она ж тебе смачнее. Расскажи мне, покажи. Вот добавляем молочко подогретое. Так. Соль. Сыпем соль, сыпем сахар. Ага, зрозумела. Так. Масло добавляем. Маргарин, да, масло добавили, так. И еще берем веточку, ага. Добавляем у теста три почечки. Если ты найдешь у булки почечку, значит, да, ты будешь счастливая. Зрозумела. И здоровая. Давай еще чуть-чуть муки. Мальчика, детки, вы помещите со мной вместе, чтоб булки удались. Полы все закроем, как у нас нечистой силы в хате боли не было, как здоровье было у хати нашей, как благосостояние было большое, как у нас все у доме и в нашей семье было вельми добро. Вот так. И вот достелим у весь пол. Пришла пора и яйки фарбовать. Завтра праздник великий. Великий день называется. А на во что мама их фарбовать? А была такая легенда давным-давно, что коли Иисус Христос воскрес, то тогда немногие люди поверили в то, что и Он воскрес. И в том числе был царь египетский, и он тоже не поверил. Але Мария Магдалена взяла яйко и пошла к царю. И коли она подала это яйко, то оно в руках царя покраснело. Тогда царь поверил. Поэтому у нас такие теперь обычаи, как яйки на праздник, когда Иисус Христос воскрес, фарбовать их у красный цвет, обовязково, вот так. Этот рецепт творожной пасхи нам передала бабушка. И вот когда была маленькая, она готовила нам, возила ее в церковь, светила, и мы потом всей семьей это кушали. Сейчас готовлю я своим детям. Для этого берем творог и смешиваем его со сметаной. Лучше, конечно же, брать домашний творог, он жирный. Когда помешали творожок, оставим его в стороночку. Забьем яичко с сахаром, ванилином, разотрем. Сейчас добавляем масло. А полученную массу соединяем с творогом. И все тщательно перемешиваем. Застилаем марлей, чтобы отошла сыворотка. Вот такую красоту мы получаем в конечном итоге. Всех с Пасхой! А ты так сядешь, а ты отпочиваешь. Христос воскрес, Сын Божий! Христос воскрес, Сын Божий! Иски тебе, господиня! Провітання від нас ви приймайте, а нам волочення дайте. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Покуль до вас завітали, боти стоптали. Ой, дайте-ка нам гроши, чтоб были боты у нас хорошие. Капу яек нам на подарок. Опять от твоего.